Оно все нормально, все хорошо. Но еще раз, ты пытаешься ударить сильнее, быстрее, лучше. У тебя, ты, почему? Твой мозг уже понял, он согласен с этим. Но что это происходит? Ты начинаешь бить быстрее, сильнее, то есть оказаться быстрее там. И вместо того, чтобы немножко сохранить все-таки и равновесие, и чтобы масса пошла в кулак, чуть торопясь, еще не скоординирована у тебя вот эта вот плечевая работа, тебя немножко вот тут подраскрывает и несет туда. Сделай чуть-чуть медленнее, потому что ты делал туда. Вот ты как бы плечо туда завали. Ты как бы, вот ты уже вот это то, что по кругу, вот эта амплитуда, уже твой мозг знает. Ты сейчас можешь даже не то, что локоточком качнуть, ты можешь еще раз говорю, то, что мы делали вначале, как бы плечо туда подать, поймав второй локоть. Поэтому, когда ты, вот, и что у тебя происходит? У тебя и происходит, что ты ногами пытаешься толкнуться, а плечо еще не пошло. Вот ноги и плечо должны сработать одновременно. Ноги вначале, конечно, как обычно. Попробуй. Не торопясь. Да, да, да. И смотри, вот вторая момент, картинка у тебя в голове. Ты берешь и специально себя на другую ногу наклоняешь. Не надо. Правильно. А почему? Ты на той ноге окажешься за счет либо переворота плечами, либо за счет там вставания пятки, ну и плеча само собой. То есть твоя масса окажется на второй ноге опорной вследствие ударного действия. Задней ноги. Задней ноги, либо заднего плеча. Вследствие удара. А ты до удара уже себя раз сюда, и в итоге у тебя пустая рука, пустая, тебе бить нечем. Понял. Попробуй. Во! Вот сейчас удобнее, смотри. Да. И не шлепок был сейчас, смотри. Кулак четко стал. Еще раз, только медленнее. Не торопись. Да, 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 да. Не торопись, не торопись. Оп, вверх, вот, вверх и плечо, да, давай. Да, только смотри еще раз, ты как бы, смотри, висит у тебя ручка, да? Угу. Вот я тебе еще раз эту тему предлагаю, смотри. Вот ты начинаешь... Вот, эту на себя, да? Да, не дергай на себя, она сама там пойдет, упадет, останется. Вот посмотри, колени пошли вверх, вот туда плечо, ну только мы же боковой удар бьем. Угу. Нет, ты видишь, руку стал задеть? Да, посмотри, вот пошли ноги, стоять, вот пошли ноги вверх. И вот твое плечо. Теперь вот дай плечо как бы туда. Да как бы вот туда, чтобы твой кулак пошел не по кругу, а если ты туда плечо дашь, то он пойдет именно вот сбоку, но вперед туда. Попробуй еще раз. Во-во-во-во-во. А теперь попробуй медленнее, но успеть встать ногами и плечо. Ну а что за прямой удар? Почему? Чуть ближе. О! Свет. Не толкайся. Просто, смотри, и второй момент. Ты когда толкаешься, ты ни одной ногой толкнись. Ты вставай обеими ногами. Конечно же. Вставай просто обеими ножками, не надо сильно. Во. Да, 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 да. Ближе чуть подойди. Да. Рано, рано, рано. Оп, переворот плечиком. Ну а теперь попробую два раза подряд такой. Раз, и вот смотри, и вот второе движение, смотри, второй удар, раз, повторный удар. Здесь очень важен повторный удар, да. Чтобы он вот тут паузу не делает. Чтобы кулак прошел через плоскость тебя. Как бы даже можешь ударил и локоточком как бы вовнутрь. Вот такой сделать. Как бы проседать уже не надо. Как не надо? Ты вверх ногами толкнулся, да? Попробуй сейчас без вращения пятки. Ты встал и не руку забираешь, потому что голова там остается. Я ногами толкнулся. Я не забираю руку, я падаю коленями и рука возвращаясь за моей головой. Не раньше моей головы, а за моей головой, за моей тушкой. Она меня еще и закрывает. Раз, два, три. Попробуй. Медленно. Раз, два, три. Очень хорошо. Ну попробуй кулак провести все-таки не там оставить, а провести через вот локоть, да, и кулак должен пройти вот между твоим плечом и бородой. Он здесь как в базу попадает, как бы перезаряжается. Ближе, попробуй резко не делать. Вставай, 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 вставай. Не отрывай пятки, ты опять прямой бьешь. Подойди ближе, посмотри, ты наклонился опять, исходное положение, вот ты стоишь, опять, посмотри, исходное положение, встань чуть фронтально, подбери, вот тут постой немножко, вот, но левая нога бочком немножко встань, вот это положение, таз под себя, давай медленно, пошел, вверх удар, во, ударил, останься, раз,
И вот здесь тонкость, это о чем я тебе говорю. Выпрямил колени. Колени выпрямил. А, не довыпрямляю. Это раз, потому что рука опередила. И второй момент. Обратное движение. Не, вот видишь, ты руку стал забирать. Сначала это. Ты падаешь ногами, и рука сама за тобой вернется. Попробуй, медленнее. Медленнее. Не надо сильно-то садиться так. Чего ж ты куда в подполье-то уходишь? Ты что, вот чуть-чуть толкнулся ножками, да и все. Во! Зачем опять сильно присаживаешь? Вот ты как раз, оп, коленочки сбросились, да и все хватит. Как вариант, только вверх-вниз. Медленнее делай, медленнее. Вот, вставай, просто вставай. Вверх-вниз, не крути пятки, колени вверх-вниз. Вот, ну вверх-вниз, а где сбоку он пошел? Сбоку пошел, сбоку. Во! Сбоку. Переворот плеча. Второй локоть лови. А, это? Да. Время. Пойдет. Уже вот, видишь, пускай ты даже сейчас колени пройдешь, но ты в динамике. Смотри, ты сколько ударов подряд пробил без паузы. Значит, если ты можешь ударить больше 3 раз подряд и не потеряв равновесие, не завалившись, значит, уже сохраняется равновесие. Значит, да, группировка, все сохраняется, уже хорошо. И вот еще раз момент. Давай, мы сегодня с тобой работали. Защищайся от моего, опусти руки вообще. Защищайся от бокового удара плечом. Во, ну-ка еще раз. Хорошо, только теперь опусти все-таки подбородок. Не грибу тащи, таз назад, таз. Вот смотри, сейчас ты не сможешь защититься. Видишь? Так. Не. Тут хитрый другом заключается, смотри. Ты сейчас, во-первых, стоял немножко вот так. Убери таз назад. Да, вот ты таз назад убрал, вот твои плечи висят. Видишь, у тебя здесь в башках. Опять. О! Видишь, как высоко ты поднял? Вот смотри, я сейчас убираю руку. Вот, ну держи плечо. Вот я тебе ударю, да? Опусти плечо, встань на место. Встань обратно. Да просто опусти плечо. Посмотри, на каком уровне я тебе ударил. Группировка где твоя? Посмотри, я бил тебе четко в висок. Посмотри, на каком уровне я тебе перевернул. Ты закрыл плечо. Только в одном случае, если у тебя таз сзади будет, пожалуйста. Вот даже, смотри, вот ты наноси мне правый сбоку. Поноси, бей правый сбоку, вот висок. Видишь, что я сделал? Я плечо поднял. Но если я буду вот так чуть-чуть стоять, я ничего не смогу сделать. Я же не просто вертикально вверх тащу. У меня все равно вот, у меня вот эта спинка полукруглая. Оп, она мне дает. Плюс у меня башка чуть переворачивается. Видишь, у меня вторая рука опустилась. О, плечи. Да, вот это ошибка. А в этом положении... Понял я, что таз вперед, думаешь. Да, молодец.